Потенциал минерально-сырьевой базы края сегодня обсуждали в правительстве региона. Для этого с рабочим визитом в край приехал министр природных ресурсов России Сергей Донской. Совещание вел губернатор Лев Кузнецов. Он отметил два ключевых направления – лесная отрасль и освоение и развитие нефтегазового комплекса. Красноярский край по наличию запасов углеводородов входит в тройку лидеров по стране. А по твердым ископаемым и вовсе занимает ведущую позицию. Министр согласился с этим, но отметил, по степени вовлечения этого потенциала в хозяйственный оборот край далеко не первый. Необходимо понять, как привлечь недропользователей, чтобы увеличить степень геологоизученности. Кроме того, пора учиться быть более рациональными. За теплый прием. Необходимо, так сказать, предпринимать меры, каким-то образом стимулировать, чтобы коллеги, недропользователи включались в современные, скажем так, современные тенденции и вовлекали современные технологии для того, чтобы более рационально использовать те запасы, которые им передали в работу. И, соответственно, так сказать, чтобы повышалась рациональность использования природными ресурсами.